Всем йо, друзья, с вами Влад Шима, и мы с вами в Shadow Fight 2 специздании. Наконец-то дошел я до третьей локации. Я уже вам говорил, что Special Edition выходит не часто, потому что, ну, его же нужно еще проходить, вот эта вся морока. В общем, приблизились мы уже, считай, к половине истории Сенсея. И когда мы пройдем весь участок Сенсея, когда мы захватим его участок, мы будем, наверное, с вами Титана. До Титана будем уже идти прохождение Ями. То есть, не знаю, как-то там придумаем. Но для начала, ребята, чтобы попасть сюда, мне нужно пройти утеса, который мне просто не дается. Я уже столько проусилялся, а у меня до сих пор остается безумно. Либо это баг, либо я не знаю. Сейчас мне не хватает голды кое на что. На шлем вроде не хватает, на одно усиление костюма не хватает. Но тем не менее, капец, я столько усилил уже вот катану свою, а утес не дается, понимаете? А, ну смотри, сейчас я дамажить хоть стал, а то у меня вообще дамаг такой еле-еле был. Сейчас у меня есть небольшой хоть дамаг. Сейчас мы попробуем тогда его быстро завалить и начнем, собственно, с вами историю. Я думал, сейчас будет примерно то же самое. Дамага никакого не будет. Что-то у меня в горле что-то подпершивает. Это все связано с тем, что я недавно, в общем-то, попил чаек с очень-очень странной печенькой, короче, ребята. Она как бы сухая, ну, сама по себе, как песочная, короче, идет. Но суть, знаете ее в чем? Лучше вам не знать. Так. Короче, она очень сухая какая-то, и даже если ты ее смачиваешь, то тебе дают по щам. Утесом! Вот, короче, этот утес, он не дает играть. Я уже вот сколько с ним фигарюсь, короче, вот один раунд забираю, и больше я вообще ничего не могу сделать с ним. Очень странный утес. Утес. Вообще, это вроде человек. Утес это вот на скалах, допустим, да, какой-то вот есть момент, с которого можно упасть. Это утес. А это накачанный Стивен... Нет, это Дэнни Трехо, по-моему, знаете. Плохой пацан, или как там... Ты посмотри на это просто. Просто взгляни, как он меня своими... Крисы вроде это оружие называется. Он меня ими зафигачил, понимаешь? Утёсик. Утёс. Ладно, давайте мы с утёсом... О! О, кстати, у меня еще отшельник с мечами. Отшельник с мечами. На него тоже надо будет потом сходить. На отшельника с мечами. Забрать у него его мечи. Давай сначала мы с тобой вот это сделаем тогда. Вот эту дамочку снесем. Без прыжков там что-то вроде, что-то такое было. О, замечательно. Со случайным оружием, без прыжков. Да, без прыжков, хорошо. Ну хорошо, сейчас мы ее здесь быстро завалим. Ой-ой-ой, дамочка. Ой-ой-ой, дамочка. Ой-ой-ой, дамочка. Смотри, как она накидывает. А вот так тебе нормально, дамочка? Так, тихо. У вас что, у всех бзик такой, что ли, выбивать у меня оружку? Я не пойму. Нету такого игрока, который нормально одними руками и ногами будет играть. Такого нету. Все любят только играть с оружием, потому что это проще всего. Ногами и руками тяжелее тащить. Пусть в этом даже познается мастер какой-то там, я не знаю, игры. Но все равно ноги и руки это достаточно тяжкое. Тяжкое, скажем так. Не парьтесь, это все действие, короче, замечательного аниме, которое я смотрел сегодня утречком. Так, ну что ты делаешь со мной? Называть не буду аниме, ребят, не хочу я это делать, зачем мне это надо? Так. Да, короче, Моногатари что-то я посмотреть решил, вот, я охерел немножко. Не знаю с чего, короче. Там ничего такие тян, знаете, блин. Ну, мне не нравится, на самом деле. Так, среднее что-то для... Так, я отвлекаюсь, у меня бой не идет. Что за фигня, ребята? Подождите, сердечки. Нахер пошла. Так, отлично, выловил. Ногами давай ее. Так, ладно, давайте не будем с ней больше шутить. И давайте уже побеждать. Потому что нам нужно как бы сегодня сенсейскую историю начать. Третий раз, третью историю начать. You win! 15, 0, 10, 3, 0 и 40, понимаешь, 40. Хорошо. Воды налил, жарко, жара не спадает. И
Это очень плохо. Что делать с утесом, ребята? Утес, понимаешь? Его зовут Утес. Я просто не понимаю. От чего опирались разработчики из Nike Game Diz 2 в шефе? Вот я не понимаю. Утес, понимаете? Офигеть. Вот это кликуха. Если бы меня звали Утес, мне бы было, наверное, обидно. У него же чуб какой-то на голове. Утес. Хорошо. Ты посмотри, что он делает, а? Ты что делаешь, Утес? Он нормально накидывает меня. Нифига себе, вот это урон. Ой-ой-ой, это весь урон Утесу. Отлично. Это сработало, короче, яблочко. Да, сработало мое яблочко. Утес. Получи. Ой, хорошо, Утес. Смотри, сейчас Утес отъезжает. Такое чувство, что здесь, короче, действует какое-то, не знаю, правило рандома. Иногда как бы да, иногда как бы нет. То есть втащишь, втащишь, нет, значит нет. Рандом, ребята, полный. Хоба. Нахера ты не сделал то, что я просил? Ты что делаешь? Ты Утесу ж тут не проиграешь, а? Отлично. Он Утесу не проиграет. Никогда. Никогда. Мне некогда, ребята. Никогда он не проиграет этому Утесу. Потому что иногда можно и вытащить. Я вспомнил еще кое-что. Выкини мусор. Хорошо. Хорошо. Нормально, смотри-ка, нормально. Отшельник поведал. Повидал меня. Отшельник поведал, что князя предал военачальник Сёгу и заплатил некому мяснику за похищение правителя. Время навестить бандита. История сенсея, часть третья. Зверь внутри. Чувствуешь, да? Блудный сын вернулся. Ты обдумал мое предложение, ты обдумал мое предложение, князь. Я отпускаю тебя. Говорю. Где магическая сфера, а ты платишь мне золотом? А, это все-все это было вопросом. Хорошо, мясничок. Как ты смеешь очернять мое имя? Ты, жалкий отброс. Я вернулся, чтобы положить конец твоему царству жестокости. Значит, вот так работает удача. Значит, вот так работает удача. Купили себе свободу, бросили людей на растерзание банде безумцев. А я был добр к вам, князь. Его молчание громче слов, старик. Какой он старик? Он нормальный мужчина лет 40. Я честен с собой, принял свою животную натуру, а он нет. Но мы научим вас смиренно. Смирению. Дети ко мне. Чё сегодня со мной? Кара. Мясник показал мне, как боль открывает нашу истинную сущность. Теперь я свободна. Вы тоже обретете счастье. Не сопротивляйтесь. Прочтите внимательно первую строчку. Мясник показал мне, как боль открывает нашу истинную сущность. Что-то он с ней делал. Окей. Мясник, а ведь жена есть. Ну, не знаю. Да, очень клёвый. Почему я снова ощущаю эту музыку? Где музыка из Special Edition? Ну ладно. Что вообще происходит? Мясник, почему твоя локация осталась та же самая? Вроде что-то другое должно быть. Или нет? А, да, по-моему, она у него то же самое. Тут, кстати, Кара в шлеме, в каком-то замечательном. Смотри, она мне накидывает на норме. С серпами-то неплохо накидывает, смотри. Окей. Подходи ко мне. Неплохо. Давай отсюда. Кара, до свидания. Достаточно неплохая такая Кара. Очень ее мне стойко прикалывает. Почему именно так? Ну ладно. Допустим. Она ничего такая, да, на вид. Ага, не ожидала в лоб, а? В бороду не ожидала? В бороду в свою, которую ты не бреешь. А не понял, почему ты меня так ударила. Не надо это делать. Побрей в бороду, ё-моё, ты же на отца похожа на своего, Кара. Отлично. Ой-ой-ой, пригнись, малыш. Ой-ой-ой. Подойдешь ко мне? С ноги, чтобы получить в табло. М? Ну ладно. Да ты так со мной хочешь? Ну ладно, давай тогда вот так с тобой. Немножечко тебе еще раз подбородок укоротим, а то ты слишком размахалась что-то.
Волосня вон везде валяется. Так, ладно, а... Ладно, а... Ладно, у... Чё я хотел? А, мы продолжаем, ребят. Бритва. Вот, кстати, друг твой. А ты не просишь его брить тебя. Добыча сама идет к хищнику. Философия для умников. Я же просто люблю играть с ножами. Поиграете со мной? Но я понимаю, что он, увы, не умный человек. Философия это для умников. Это понимаешь, как по-философски сказано? Охренеть. Вот он и выбрал. Просто силу. Просто навешал на себя ножей, мачет всяких. И пошел в бой. Потому что философия никому не упала. Даже рядом. Давай, спартанец. Посмотрим, на что ты способен. Бритва. Сейчас мы тебя побреем. Какой тебе станок там надо, а? Вот такой подойдет? Смертельный, максимальный, а? Давай тебе срежем твою головку. Головку. На, все, получай. Пригнись. Ну ладно. Ну хватит, чувак. Ну я ногой хочу. Ой, молодец. Да, ребята. Уровень сложности на норме стоит, хотя должен вроде как на харде стоять, если я не ошибаюсь. Блин, не знаю. Может так оно и идет. Или тут все-таки есть какой-то момент, который сенсея, может, прокачивает как-то, я не знаю. Или типа, чем тень сильнее, тем и сенсей будет, типа, ну, неплохо или чего, я не знаю. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, как хорошо сейчас получилось. А вот так надо тебе? А вот так тебе надо? А вот так тебе надо, а? Ножками вот так тебе надо, вот так. Ой-ой-ой. Подожди, давай вот так сделаем. Ну я хочу красивый удар сделать. На контент, понимаешь? Вот. Вот. А ты мне не даешь. Ты что, ты как это делаешь, чувак? Просто смотри, не хочет давать контент, сука. Так, ладно, получай. Отлично. Ногами, ногами, ребята. Мы победили, 27 кристаллов получили. Давай диалог, скорее диалог, скорее нам диалог, малыш. А, да, давай следующий бой. Никто не смеет ставить мой авторитет под сомнение. Семья не прощает этого. Ты не уйдешь отсюда живым. Сам мясник бросил нам вызов. Вы только посмотрите на этого красавчика. Жесткий тип вообще. Блин, сделали бы ему, не знаю, распускающиеся волосы. Почему опять я против этой банки сражаться должен? Капец, как и в оригинале, когда тень, короче, там. Тень против банки сражается, этот против банки сражается. Все против банки сражаются. Ну хватит, чувак. Ну и чё? Чё тебе... Вот что тебе это дает, вот этот спам с юриками? Что тебе он дает? Он чисто их юзает. Я-то хоть ногами там бью, не знаю, кулаками там иногда, периодически. А он чисто, вот сейчас, смотри. Ты чё, во вкус вошел? Они у него еще и кровоток. Нихера себе! Вот это прикол. Ты чё делаешь со мной, мусульманин? Охренеть. Он реально похож на человека из какого-то, не знаю, турецкого фильма, блядь, я не знаю. Офигеть, серьезно похож? Может, на туре он, ну, какой-то, я не знаю, из Турции, может быть, человек. Серьезно, из средневековой Турции какой-то он, я не знаю, типчик. Из великолепного века. Серьезно, вот очень-очень похож он лицом как-то. Офигеть. Так, хорошо. Он реально очень похож. Отлично, победили. Ебой. Третий раунд. Давай, баночка, попробуем тебя завалить в третьем раунде. И у нас опять начнется целая мука, потому что еще до осы там очень долго проходить, капец. Очень быстро, кстати, проходится история сенсея, это очень-очень плохо. Ну ладно. Отлично. Прощай, турецкий актер, больше ты здесь не нужен. Так, 31 гемас нам дали. А, да, ребят, кстати, если кого-то там задел, что сказал мусульманин, ребят, это исключительно юмор, не подумайте ничего, ребятушки. Я не против вот этого всего и не расист, ребят. Так что, если что-то подумали, то извините, конечно. Ага, смотри, князь пустился на утек. Потек, что ли? Видел бы ты свое лицо, старик, понимаешь, твой друг бесхребетный лжец.
Отвечай, почему Сёгун хочет его смерти, и что за магическая сфера, о которой ты говорил? Я понимаю, что как только князь испустит дух, Сёгун не даст мне жить. Я просто инструмент. Меня можно заменить. И потому я помогу тебе. Одна женщина внушила Сёгуну, что трон принадлежит ему. Она обещала вояке сферу, что сделает его великим полководцем. В обмен на верность ей. Отправляйся в порт, Сёгун ждет прибытия судна. Сфера должна быть на нем. Она — это единственный шанс князя вернуть себе трон. И так мы и жили, в общем-то. И теперь нам нужно очень много, очень много, очень много играть, чтобы проходить. Ну-ка, давай попробуем у отшельника забрать его мечи. А вдруг это удастся сделать прямо в этой серии? Тогда будет все просто шикарно и замечательно. Тем более с отшельником я на видос еще не сражался. Сейчас сражусь. Вот. Попробуем его вытащить. Так я ему даже дамаг не наношу. А, нет, да, что-то наносится. Что-то наносится. Не сильно, но наносится. Так, хорошо. Отшельник опасный тип. С ним надо быть аккуратным. Он копит свою магию. Ой-ой-ой, магия. Магия, ты что делаешь со мной, малыш? Так, хорошо. Ты что, дед? Я ж тебя убил уже один раз. Ты что творишь вообще? То есть, пока он просто босс на рысе, его можно завалить. Можно завалить. Я его нунчаками прошел, прикиньте, нунчаками. Теперь, когда нужно забрать его оружие, он посильнел. Он выпил зелье. Он выпил спидхак, понимаете? Это что? Иди ты нахер, чувак, просто. Понимаешь, ты ничтожество. Дед просто в шапочке. Я не знаю, как тебя еще назвать. Ты просто сапог, понимаешь? В натуре. Как тебя еще по-другому назвать? Давайте мы заберем его оружие все-таки в другой раз. Потому что сейчас что-то я... Что-то прям вообще как-то не вижу в этом смысла какого-то. Веского смысла я не вижу. Вот. И помимо того, что мы заберем его оружие... Помимо того, что мы заберем в следующий раз оружие этого старичка... Мы с вами уже прошли испытание выживания, мы прошли здесь. Попробуем пройти выживание в следующий раз вот в этой локации. Так, подожди. Вот в этой локации полностью все выживание на ачивку попробуем пройти. И забрать, в общем-то, мечи. Это будет цель нашей следующей серии. Надеюсь, она будет тоже скоро. А вот в плане вот этого всего... Мы тоже там потихонечку я попрохожу это все как-нибудь поскорее. Ну, не знаю, насколько скорее у меня это все получится. Но я постараюсь как минимум поскорее это все сделать, но я не знаю. Видосов еще много, тут еще Shadow Fight 3 наступает на пятки, уже скоро пятая глава, и я забуду просто, что такое Special Edition. Да, сын нам еще с вами, конечно, какать и какать. Да, вдовы даже еще какашками не пахнет никакими, абсолютно. Увы. Вот. Ну и что еще сказать тебе? Ну здесь вообще даже, я не знаю, даже еще думать ни о чем не надо. А до Титана нам вообще как до этого. Как до Пекина пешком, не знаю, с Марса. Прикинь, пешком с Марса до Пекина. Охереть просто, бля. Вот это я сморозил, вот это красавчик. 14 уровень получить, и я буду огненный шар еще юзать, ты посмотри. Я тут столько юзать смогу, мамочка. Мама, не горюй. Кстати, у меня 120 гем, ты только глянь на это, малыш. 120 гемасов. Ты ощущаешь вообще этот прикол? 120 гемасов. Это намек на что, ты знаешь? Возможно, может стоит купить... Подожди. Может стоит купить вот его? Смотри. Потом его резко проусилять. И будет у нас спам. Ну, не знаю, ну прикольное оружие, жнец, блин. Хорошее оружие, да. В общем, ребят, подумаем, что с этим всем делать. Наша следующая цель по-любому будет, собственно, наш многоуважаемый, как его там, отшельник. И наше выживание, которое я захочу пройти на Achievements, по-любому. Вот. Ну все, друзья. Вот такая вот серия получилась. Не знаю, насколько она была прикольная. Не знаю, я как бы, как обычно просыпаюсь такой, что-то делаю. Вот сегодня вдруг
решил анимешечку посмотреть и записал вам Shadow Fight 2 Special Edition. И да, ребят, я не по чем-то, я просто, у меня сегодня хорошее настроение, погода очень жаркая, я пью воду, сижу весь тут в поту, как паскуда последняя, просто пакетная. Поэтому, ребят, всем спасибо, всем пока и... Что еще сказать вам? Ждем пятую главу в Shadow Fight 3, потому что Shadow Fight 2 Special, следующая серия, выйдет... Ну, она будет быстрее, чем следующая история со старыми ранами, потому что мы будем другую совсем цель делать. Но, опять же, она выйдет пока что, ну, как... Как сказать? Ну, не скоро, в общем. Все, друзья, всем пока.